слышите эту музню, значит Гарри не. Так, мы играем за Гермиону Грейнджер. С вами Денис Кочерга. Как говорится, погнали. Депулька! Депулька! Чё? Депулька! 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 Чё-чё-чё? Депулька! 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 Ну ладно. Алахамора. Алахамора. О. Что это значит? А? Ё-моё. Воу. Депульса. Депульса. Серьезно? Так. Депульса. Депульса. Ага. Воу. А как тебе открыть? Ё-моё. Там щитов немерено. Драконико. За время. Воу, что за время? Что за время-то так нечестно? Вы серьезно? Вау! Чё за трэш? Трэшачок. О! Вы серьезно? Чё-то это уже какой-то наркомания попахивает. Вау! Я хочу как бы попасть. Ладно. Лады. Так, дальше. Не, ну это вообще реально трэш. Трэш. Ай, не туда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да быстрее, мать твою. Воу. Чё за на? Нам такая... Что? Куда? Воу. Сам дракон охуевает. А, быстрей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я понимаю все, родные мои. Фух. Та-т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 а. Давай. Так, подожди, а как открыть те? Стоп. Чего? Так я ж не все щиты собрал, чё за фигня? Что? Надо еще успеть зажечь? Драконико. В смысле? Подожди. А что это дает? Так мы же зажгли.
Блин, может мы что-то пропустили? Блин, а что за фигня? Ой, ладно, пофиг на эти щиты. Чего? Мисс Грэнджер, вы показали хорошее время, но собрали не все щиты. Оценку можно улучшить, если выполнить экзаменационное задание еще раз. Да ну вас. Не хочу. Гарри, вы готовы к последнему экзамену по заклинанию Глациус? Я готов, профессор Флитвик. Замечательно. Что ж, правила вам известны. Чтобы получить отличную оценку, надо найти все 5 щитов. Все понятно. О, и Гарри, учтите, экзаменационное задание труднее обычного. Желаю удачи. Это мы уже поняли. Так. В смысле? Пара-ра-ра-ра. Воу-воу-воу-воу, бой. Так. Ага. Сейчас глянем, как и чё. Воу. Сколько уже? 2 щита будет? Чё? Да ёп! Чё за... гопнички, блядь? Пердящие, блядь. Блин, серьёзно? Вы думаете, меня должно это... испугать? О. В смысле? А как тут получить? Риктусембра! 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 Да... Риктусембра! Какого уя? Ага. Риктусембра! 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 Чё? Риктусембра! Риктусембра! Серьёзно? Риктусембра! 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 Так, стоп. Риктусембра! 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 И? Чё за... Риктусембра! 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 Окей. Риктусембра! 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 А-а-а. И нет карточек. Риктусембра! Еще эти грёбаные феи-наркоманки. Риктусембра! Риктусембра! Где, блядь? И чё? Пердящие наркоманы. Воу. Да ёб твою мать. Гопники, блядь. Идите в баню, мана. Воу. Лазус. Риктусембра. Лазус. Воу. Лазус. Лазус. Риктусембра. Саламандры, нума-нумаэй. Риктусембра!
Нума-нума-эй. Нума-нума-нума-эй. Гарри хочет прятать на столе. Прятать за столом. Воу. Воу, чё, обратно, что ли? Чё за... И чё? И... Рили? Отлично, Гарри, поздравляю! Ух ты! Даже не верится! Гарри, мне было очень приятно преподавать вам уроки заклинания. Мальчик мой, у вас великолепные способности. Просто великолепные! Я рад, что вы пережили последний экзамен. Ух, это было здорово. Говори за себя. Мне теперь долго будут сниться кошмары. Ну что ж, давайте посмотрим, чего вы добились за этот год. Ага, значит, мы карточки не все собрали, да? Да. Печаль. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте к работе. В смысле? Давайте-ка еще разок посмотрим на список заданий. Ага, вот он. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте к работе. Давайте-ка еще разок посмотрим на список заданий. Ага, вот он. Так. Похоже, у вас еще есть кое-какие дела. Приступайте к работе. Так, я что-то не понял. Выполните все задания в списке? Да. А что мы должны выполнить? Серьезно? Так, а где мне все карточки собрать? Я что-то не понял. Как я вам все это, где все заберу-то? Чё за... Где я должен это все собирать? А Пивз тут при чем? Надеюсь, Пивз, мы тебя больше не увидим. Его доспех раскален до красна. А, гнусные детишки, хотите поиграть? А при чем тут Пивз? Эй, осторожнее!
Риктус Рекус Элфа! Эй, осторожнее! Риктус Рекус Элфа! Ха-ха-ха! Мерзавцы! Гады! Лови! Риктус Рекус Элфа! Эй, осторожнее! Риктус Рекус Элфа! Так ему и надо. Молодчина, Гарри. Спасибо. В общем, мне понравилось. А мы случайно не перестарались? Не волнуйся. Скоро он продолжит над нами издеваться. Так. Не могу открыть дверь. Блин, а где нам все собрать? Я вообще что-то вообще не это. Не при делах. Неужели где-то мы просрали на испытаниях там? Или где вообще? 10 из 10. Блин, реально тупо просто из-за карточек и все. То есть получается, если собрать все карточки, а практикум по карпе ретрактум, это что получается? Рон, ты хочешь еще раз выполнить практикум по карпе ретрактум? Давай. Рон. Так. Одну нычку мы профукали. Так. Сейчас попробуем. Не факт, конечно, но... Чё? А, собранные остаются. Это хорошо. Депульсо! Чё? Депульсо! Чё это значит? Ну здорово! Карпе ретрактум! Помню, мы там собрали. Окей. Бля, я и забыл про этих наркоманов. Где еще? Риктус Эмпра! Алло, Камора! Риктус Эмпра! Алло, Камора! Ага.
Ну, это понятно. Это я помню. Страшновато. Карп-эритрасту! Что? Карп! Карп-эритрасту! О! Алахамора! А вот это я провалил. Опа. 70? Еще 10, блядь, где? Сука. Карп-эритрасту! Это трэш. Карп-эритрасту! Блин. Карпе ретрактум. Карпе ретрактум. Ай-яй-яй-яй-яй. Карпе ретрактум. Ага, вот, 5 из 5. Нычки мы все надыбали. Эй-эй-эй, я это помню. Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ребята, скажите, что отсюда есть выход. Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Блин. Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Да ё-моё! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Так. Как говорится, поплыли. Воу. Да я не, блядь, я не вовремя прыгнул, ну бывает. Я ж не думал, что она дальше не поедет. Да, блин. Чаще кашу вашу лапшу, блин. Ай, блин, чё я не вовремя торможу. Бывает. Воу. Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Карпе ретрактум! Так, а вот куда ведет вот эта хрень? Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Карпе ретрактум! Так. Это чтобы зацепиться? Видимо, что да. Чего? Ну. Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Ритту Сэмпра! Вот как ее достать? Стоп.
Ладно, главное, что... Жесть. Гарпе ретратум. Та ё пересете, Рон. Давай. Гарпе ретратум. Чего? Гарпе ретратум. Что за... Депульса! Да это я понял. Капец. Ага, там веревка нужна. Гарпе ретратум. Ладно. Но... Молодец, Рон. К сожалению, ты нашел не все щиты. Чтобы попасть в призовую комнату, нужно собрать все 10. Ну что ж, если захочешь предпринять еще одну попытку, возвращайся в любой момент. Рон, ты молодчина! Ну что, идем? Давай, Рон, веди. А чё, Рон? Рон, веди. Рон, приди. Чего? Что? Серьезно? Для победы в игре необходимо выполнить все задания из этого списка? То есть, получается, коллекционные карточки все. И все эти, что ли, щиты?
Капец, вообще полная жесть. Так, я что-то не понял, а что это было? Так, вот мне интересно, подвалы и все в таком плане. Вообще, кто-нибудь остался из Гриффиндора? О, тут 4 нычки должно быть где-то. Но эту нычку я помню. Блин, я думал, тут задание какое-то в подземелье будет, но на самом деле его нихера нет. Здрасте, забор покрасьте. Ва-ва-ва-ва-ва. Блин, капец. Какие-то 10 карточек. Какие-то 10 карточек и один щит, который хуй знает, как достать, отделяет меня от финала. Это вообще тупо. И не только, вообще как. То есть уже никто не продает, да? Супер. Просто охренеть. А это, наверное, от Гермионы, да? Ну да, я так и думал. Я так и думал. В общем, я не знаю, буду ли я склеивать финал к этой части. Зависит от того, сколько будет материала, но остановимся, короче, тут. Так что с вами был Денис. Мы вернемся, не прощаемся, дорогие друзья. Продолжаем проходить Гарри Поттера. Я просто разобрался, что, чтобы пройти игру, нужно пройти все практикумы. То есть у нас они, по сути, пройдены. Поэтому карточки собирать все не обязательно. Вот, поэтому сейчас у нас будет финал игры. Вот. Приятного просмотра. Давайте-ка еще разок посмотрим на список заданий. Ага, вот он. Вот, практикумы, бои, полеты и бой с Пикси, и все. А пароли и коллекционные карточки это вроде не обязательно. Молодцы, все вы переходите на 4-й курс. Великолепно. Просто великолепно. Вы должны гордиться собой. Вы проявили истинное мужество, когда помогли Сириусу Блэку и Клювокрылу. Что ж, ведите себя хорошо во время летних каникул. Когда Хогвартс-экспресс уже подходил к вокзалу Кинг-Кросс, Гарри вдруг вспомнили слова профессора Дамблдора. «Ты думаешь, умершие, которых мы любили, уходят от нас навсегда? Ты не веришь, что в час нужды мы можем представить их яснее, чем когда бы то ни было? Гарри, твой отец живет в твоей памяти, и когда ты будешь остро нуждаться в нем, он непременно придет к тебе на помощь. Вот и закончили мы
Гарри Поттера и Узник Азкабана. Я надеюсь, вам понравилось это прохождение, но, к сожалению, игра очень короткая. Короче, даже вроде бы тайной комнаты. Так что с вами был канал Казуку Фэмили. Я очень благодарен тем людям, которые смотрели, кто ставил лайки, кто комментировал. Я очень стараюсь для вас и для своего канала. Я планирую пройти всех Гарри Поттеров, то есть следующей частью будет, естественно, Кубок Огня. Также я буду пересматривать фильмы, которые также мне понравились. Так что надеюсь, вам понравилось мое прохождение с комментариями. Приглашайте друзей, ставьте лайки, поддерживайте канал. Чем больше будет подписчиков и лайков, тем больше будет интересного материала и всего самого интересного, позитивного, с черным юморком. Так что с вами был Денис Кочерга. До новых встреч. Увидимся с вами не только в Гарри Поттере, Кубок Огня, но и в остальных игрушках. Так что вас благодарят мои знакомые. Тоже от того, что вы поддерживаете наш канал. Я вас очень уважаю, очень всех сильно люблю. Так что всем удачи, всем пока.